dvhub.ru. Как снизить плату меньше, сделать ее меньше. Основной сегодня документ, регулирующий правила предоставления коммунальных услуг, это постановление 354 правительства Российской Федерации. Так вот, граждане имеют право обратиться к региональному оператору с тем, чтобы, оплата производилась по факту при наличии раздельного сбора. В Хабаровске такие примеры есть. Это порядка 60 домов. Я не знаю, есть ли такие примеры в Комсомольске-на-Амуре. Есть, да, порядка 60 домов, где люди организовали раздельный сбор. И платят по факту, естественно, меньше накопления того, что не удалось отсортировать. Вот мы смотрели, где-то разница выходит до 30-40%. Идет оплата меньше. То есть фактически вывезенный отток. dvhub.ru